Я переконана, що ви вже встигли випити чашечку чаю або кави, або, можливо, хтось все ж таки сьогодні поснідав. А от ти взагалі снідаєш? Я надіюся, що дехто просто зранку проснувся, заварив собі аристократичну кашу, яка називається вівсянка, поснідав і з чудовим настроєм поїхав пити каву десь на заправці. Непоганий варіант пити каву на заправці, коли можна випити вдома. Про це сьогодні ми поговоримо про такий смачний сніданок і навіть корисний, про вівсянку. І взагалі, чи дійсно корисна, яку правильно обирати. У нас сьогодні експерт, наша ранкова гостя Світлана Фус, дієтологиня. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку. Знаєте, я от зранку просинаюся і зазвичай йшов в спортзал, але тепер буду трішки пізніше ходити в цей спортзал. І зазвичай я їв вівсяночку для того, щоб просто перекусити, були більше сили, але не знаю, як правильно її обрати. Скажіть, будь ласка, як це буде правильно зробити? Во-первых, нужно для себя выяснить точно. От ви поїли овсянку, на скільки часов ви наїлись? Мені вистачає години на дві, мабуть, от просто. Угу. Ну так, поки що десь до 12 години, поки вже не треба буде такий більш ситний перекус. Угу. Ну, на самом деле, вот есть овсянку или не есть, зависит от того, насколько она вам дает сытости. То есть, если вы съедаете овсянку, и через час у вас уже чувство голода такое, как будто бы вы не ели в принципе, и никогда еще со вчерашнего вечера, да, вот, то в этом случае я думаю, что к овсянке нужно либо что-то добавить, либо заменить ее на белковый завтрак. А вівсянка, я знаю, это же с фруктами роблят, например, бананы, яблоко. Например, я розумію, что коли їм з яблуком, то мені це пролітає. Якщо я їм, наприклад, з тим же самим бананом і з якимось ще варенням, то ситніше. Але чи корисно це? Ну, тобто, знаєте, в поєднанні воно ж калорійне. Ну, воно навіть не то, що калорійне. Діло в тому, що всі углеводи викликають повищення рівня інсуліну в крові. Ага. І наскільки швидко він упаде, і наскільки взагалі ви, от этот весь обмін у вас хороший, да? Вот от этого будет зависеть, по большому счету, и то, как вы будете насыщаться. Как реагирует ваша поджелудочная железа, желудок на овсянку. И по большому счету я хочу сказать, вот, например, я не ем никогда овсянку, потому что я после нее очень плохо себя чувствую. Угу. Вот всегда. Сколько б я раз не пыталась это делать, и есть много таких людей, которые овсянкой наедаются, нормально себя чувствуют, а есть люди, которые ее съедают и потом целый день не могут наесться. А я ще знаю, що це все залежить від обробки. Тобто є якісь певні процеси, які оброблюють вівсянку, і від цього залежить, чи ти наївся, чи ти просто там перекусив. Отчасти, да. Тобто є овсянка, яка просто переработана, убраны из нее все пищевые волокна, она такая вся прям вот заходит, ну, таким мягким-мягким субстратом, да, вот, и там практически нету, ну, такая овсянка, она лишена, если она очень очищена, она лишена практически вот того, что и дает и сытость, и то, что ценно в этой овсянке, кроме всего прочего, да. Есть овсянка, которая просто обрабатывается, но не проходит такую конкретную обработку, она просто плющится, и вот эта овсянка, она сохраняет все свои полезные свойства, ее можно заливать, она бывает разной степени измельчения, то есть ее можно залить и покушать, она будет такая же полезная, как и та, которая просто вы ее варили. Оцей момент, за що ми з вами трішечки вже почали говорити, поки глядачі не під'єдналися, про те, що є швидкозапарювальна, є така, що треба прям постояти, поварити в кастрюлі. І казала, що ця швидко приготування, вона взагалі не корисна. Ну, смотрите, є різні способи приготовления, ну, вот обработки овсянки. Вот есть крупу просто берут, очищают, да, то есть ее очищают от вот этой вот такой, знаете, очень плотной оболочки, которая в пищу не употребляется. Потом под ней идет вот это вот все само зерно. Это зерно, его обязательно должны каким-то образом обработать, да. Если с него снимается эта оболочка, овсянка становится не очень полезной, и тогда вот она такая быстро завариваемая, практически не содержит никаких пищевых волокон. Если это зерно остается целым, его могут подробить, и потом ее могут поплющить, да, то есть просто под прессом. Вот такой способ обработки овсянки, он, в принципе, сохраняет на 90% все ее полезные свойства. Краще брать это такую, правда? Конечно, да. Это плющенная должна быть точно овсянка, которая не подвергается какому-то, какой-то вот этой механической обработке, такой жесткой очень, да, там, где снимаются все пищевые волокна. Поэтому, но ее можно какую-то запарить просто, и она от степени дробления, она быстрее просто как бы приготовится, она быстро набирает влагу, вот, и становится мягкой. Другую нужно варить. Но тут вот вопрос вот в чем. Учитывая то, что есть
Разрушение витаминов и каких-то соединений биологически активных при термической обработке в этом случае как бы однозначно иногда бывает лучше ее не варить, да? Угу. Вот это первое. Второе, когда просто запаривать, да? Просто запаривать, да. Вот именно когда она такая дробленая и плющенная, да. Угу. То есть вот когда она натуральное цельное зерно, просто оно дробленое и плющенное, да. Вот эта овсянка будет как бы более полезна, потому что когда вы долго ее варите, то безусловно в ней что-то пропадает. Ну, имеется в виду, уменьшается количество тех же витаминов. Если мы ее термически обрабатываем, не активизируется, становится мягче пищевые волокна. Эти пищевые волокна, они являются хорошим сорбентом, они хорошо очень на себя набирают и тяжелые металлы, и токсические. Это часть овсянки, которая не переваривается. Угу. Она вот как зашла, набухла, собрала по кишечнику все, что там валялось, да, ненужного, и просто это все выводит. Угу. И вот когда в овсянке есть вот такая вот пищевая клетчатка, там есть пектины, которые очень хорошо работают на тяжелых металлах, да, то есть они их выводят. Вот это полезная совершенно еда, которую мы должны употреблять, и кто ее нормально переносит, тот, в принципе, ее может кушать. А у мене тут питання про... Тебе є запитання? Так. Все, давай. Дивіться, кажуть, що сніданок аристократів – це є вівсянка. Угу. І чи це є найкращий перекус, чи все ж таки краще зробити якусь певну яєчню, перекусити і поїхати там по своїй справі чи на роботу? Це от кожному своє, извините. Ми всі різного конституціонального типу. У нас у всіх різний желудок, у нас різні реакції нашої поджелудочної желези. Желудка, да? Тобто ми, в принципі, повинні для себе завтраки підбирати. От якщо люди, которые с утра не могут есть сладкое. Mm-hmm. Они говорят, да вы меня не заставите никогда в жизни. Не да? знаю таких людей. Не знаю таких людей. А я вот знаю точно. И у меня пациенты ко мне приходят, и в принципе, когда я предлагаю им варианты, они говорят, нет, это не мое точно. Никакая овсянка с бананом, особенно если с вареньем, а если, не дай бог, еще там творог, еще плюс туда какое-нибудь сладкое. Вот люди это не едят с утра, потому что им после этого они не могут наесться. У них это все это гормонально руководимый процесс, да, пищеварение. І тому у них така от реакція в організмі. Тобто, знаєте, просто зараз яка тенденція? Починається повертатися здоровий образ життя, всі ПП. Слава Богу. Та, усіх ранкові всі ритуали приготування вівсянки. І навіть я знаю, ну, наприклад, і по собі помічаю, це солодку з варенням я їсти не можу. Солоденьке щось просто зранку з'їсти для мене норма. І просто, тобто, виходить, не потрібно йти на поводу з цих блогерів, цих тенденцій, а все ж таки зрозуміти, якщо вівсянка вам не підходить, то чим можна замінити? Так, значить, во-первых, вернемося к тому, що давайте ми не будем ориентироваться на блогеров, а есть люди со специальным медицинским образованием. Да? Логично, это, есть да, есть что-то. Да. Если мы возвращаемся к какому-то нормальному естественному питанию, мы должны просто для себя один раз выяснить с человеком, который хоть как-то в этом разбирается, ну не как-то, а хорошо в этом разбирается, выяснить для себя, что для тебя больше подходит, какой образ жизни, какие продукты вы должны кушать, и потом после этого, ну, собственно говоря, решать для себя, как лучше. Это первое. Второе, человек для себя должен точно подобрать завтраки. Не нужно слушать все то, что, ну, как бы... Кажете, да, вот все, что одному хорошо, второму плохо. Да, есть такая поговорка, там, не буду употреблять. Поэтому тут важно очень что? Вы для себя точно понимаете, что вам овсянка с утра хорошо. Вы ею насыщаетесь, вы долго можете не кушать. Mm-hmm. Вот что вы туда добавляете, орешки, яйцо или, например, там что-то, какой-то фрукт. Да? Это уже лично ваша реакция в организме. И если вы нормально при этом себя чувствуете, если вы не набираете вес, нету потом проблем с кишечником, вы, пожалуйста, употребляйте это. Есть люди, которые точно понимают, что им лучше съесть что-то, какой-то белок с утра. Mm-hmm. То есть вот, например, там омлет с овощами, какую-то, и та же овсянка может быть кашей в этом завтраке, да, то есть здесь очень, или там овсяно-блин какой-то, да, куда намешано там много чего, есть же они разные, эти овсяно-блины, вот, поэтому здесь каждый должен решить для себя индивидуально, и в зависимости от этого выстраивать уже дальше свой день. От ви казали, там потрібно подивитися, чи не набираєте вагу, от мені стало цікаво, а от вівсянка це є більш дієтична страва, чи бувають такі випадки, що людина почала їсти вівсянку і поправилась? А вопрос у мене, в чому вона дієтична? Ну, взагалі, ну, зазвичай кажуть, їж вівсянку для того, що... Займаєшся спортом, їж вівсянку. Вівсяну, ці блини, щоб не там не відкладалися у дівчат, бо хірі. Значить, смотрите, от є крупи цельні, є крупи обработані.
Есть быстрые завтраки. Вот эти быстрые завтраки, знаете, такие шарики, глазированные, значит, там вообще ничего нету полезного. И, собственно говоря, вот если такие завтраки употреблять, то по большому счету мы в конечном итоге наберем все, что хотим. Ну, ці сніданки, я думаю, тільки корисні для продавців або для компаній, які виробляють їх. Ну, я думаю, що да, тому що на самом деле нічого полезного, если так глубоко копнуть там в химію, да, то нету там нічого не остається після того, як її зроблять, да, тому що це делается там путем екструзії, це все нагрівається, це все під термічним під тим воздействием температури. Поэтому, смотрите, овсянку можна кушать, но если у человека есть непереносимость, например, глютена. И у него есть как бы такой вот параллельная непереносимость овсянки, то человек никогда в жизни овсянку есть не будет. Значит, что он должен умереть? Да, ні. Ну, нормальний, жизни... хороший сніданок для того, нас щоб жити і продуктивно працювати. Конечно, да. Значит, поэтому, смотрите, у нас есть адекватные замены. То есть у нас реально, мы когда рассматриваем все злаковые или все вот крупы, да, мы должны посмотреть на их химический состав. И хочу сказать, что среди этого всего многообразия есть достаточно много достойных замен для человека, который овсянку не ест или не может ее переносить каким-то образом, ну, какие-то, ну, реакция какая-то, не знаю, аллергическая может быть, да, он может совершенно спокойно это заменить любой другой крупой. А от, наприклад, в поєднанні з чим, от ви вже все ж таки експерт з цієї теми, можливо, ми знаємо вівсянка з яблуком, з варенням, а якщо замінювати інші крупи, то що це може бути в поєднанні з чим? Ну, це може бути там дикий ріс з овощами. Угу. На пару чи... Ну, дикий ріс, коли приготовлюється, овочі приготовлені або свіжий салат, в залежності від того, як чоловік потім далі реагує на свіжі овочі з утра. Тобто, дивіться, взагалі, якщо підсумувати трошечки вже нашу розмову, в тому плані, що вівсянку не для всіх. Якщо відчуваєте, що після неї одразу зголодніли, то це не ваш варіант. Потрібно щось більш таке поживне зранку, правильно? А ось момент, якщо підходить вівсянка, 5 днів підряд там, чи 7 днів на тиждень я снідую вівсянку, це корисно? Чи потрібно робити, знаєте, якісь такі паузи на інший сніданок? Ні, ну чому треба робити? Ну, совершенно, овсянка – це дуже полезний з точки зрения хімії продукт питання. Значит, там достаточно много белка. По сравнению, ну, относительно тут всех круп, да, в овсянке содержание белка наиболее, ну, самое практически большое. Ну, есть еще рядом там лежащие, да, из пшеницы, например, там булгур или там, скажем, гречка, они где-то плюс-минус. Но если хорошо посмотреть на этот химический состав, разница, например, между там гречкой, овсянкой, булгуром, она может составлять там, ну, 2 грамма в содержании белка. С точки зрения дневного рациона, это, ну, такие крохи, да? И поэтому говорить, что только это и все, так нельзя. Кроме этого, мы оцениваем кашу по содержанию или крупу, по содержанию там витаминов и минералов. Овсянка, да, действительно, она очень богата именно витаминами и минералами, но когда человек приходит в супермаркет или в магазин, да, он читает этикетку и пишет, 100 граммов овсянки содержит там 300 калорий, значит, столько-то витаминов, столько-то минералов, у меня сразу вопрос. Человек съедает 100 граммов чистой крупы? Ну, тут питання. Так, і у мене одразу виникає запитання зустрічне якраз про норму. От коли дієтологи зазвичай прописують якусь певну дієту, вони прописують, скільки потрібно їжі їсти там протягом якогось періоду дня. Чи є якась певна норма, скільки потрібно вживати вівсянки протягом дня? Значить, ні. Знаєте, не більше кілограму, наприклад. Бо ні, смотрите, є общее количество круп, злаковых, да, ну, крахмал содержащих продуктов питания, которые мы должны употреблять. Вот нам надо обеспечить там 4 грамма на килограмм массы тела, да, углеводами. Углеводы это у нас не только каши, но это у нас овощи и фрукты. И когда диетологи рассчитывают это все, они берут общее количество углеводов, выделяют, какое количество приходится на крупы, какое на овощи, какое на фрукты. И вот здесь, собственно говоря, есть самое, ну вот, вот тот вопрос, который вы задаете. Есть количество углеводов, которые человек должен принять, чтобы обеспечить себя крахмалом, вот этими витаминами, минералами, пищевыми волокнами. Вот на долю круп приходится там вот такое количество. Это бывает разное. Кому-то надо съесть там 300 граммов каши, картошки, макарон за день. Кому-то, кто занимается активно спортом, это количество может быть больше. Поэтому здесь, в этом случае, все это рассчитывается индивидуально. Мы все очень разные. И нельзя сказать, что всем надо съедать 100 грамм овсянки каждый день. И желательно... Чем достигается вот это вот разнообразие в питании, да, то есть вот химическое разнообразие, оно достигается разнообразием в еде.
Ага. Когда вы едите не все время курицу с утра понедельника в следующий понедельник утро, да, то есть вы получаете только то, что есть в курице. А если вы меняете курицу на рыбу, на индейку, на телятину, овсянку, на гречку, на там, макароны твердых сортов, еще на что-то, вы получаете достаточно большое количество разных минералов, которые поступают из, и там, витаминов, которые поступают из разных продуктов. У нас большая проблема, это технологически переработанная еда. Угу. Вот ее надо убирать. Если мы уж все тут переходим на ПП и пришли к доктору-диетологу, чтобы доктор сказал, да. Вот, мы убираем вот эту вот технологически такую переработанную еду очень сильно. Стремимся есть натуральную пищу и стремимся в этой натуральной пище достичь разнообразия. Вот если мы достигаем этого разнообразия, нам не надо тогда ходить в аптеку и пить витамины с минералами. Це прекрасно. Я думаю, що можна просто тепер на балкончику робити грядочки і починати вирощувати. Не надо, можна сходити в магазин, на базар. Ну, зачем як же? Є люди, які... Є люди, які... Так, любимо ми городу. Ось це моє покликання. Ми вам дуже дякуємо за такі чудові поради.